Келашурская, Келашурская или Противобашская стена. Древние оседлые народы еще в далекие времена строили стены и сооружали валы, чтобы преградить путь кочевым племенам к своим владениям. Многие города строились в труднодоступных местах. Если горы, море, непроходимые леса или болота не защищали их, то возводили крепостную стену. К таким оборонительным стенам относится Большая Китайская стена протяженностью 6400 километров. Она предназначалась для приостановления набегов гуннов. Ее строительство началось 2500 лет тому назад. Было время, когда стену охраняли 1 миллион солдат. К оборонительным стенам относится также частично сохранившаяся в Англии стена императора Адриана, построена во II веке нашей эры. Стена Теодосия длиной 6,5 километров, имеющая 7 ворот, была возведена по приказу императора Теодосия II 1600 лет тому назад в Константинополе. Стена состояла из двух линий обороны. Основная стена шириной 5 метров и высотой 11 метров была укреплена 96 башнями. Она и сегодня является одной из достопримечательностей современного Стамбула. При этом турки не присваивают себе историю строительства этой греческой стены, не называют ее турецкой или даже стамбульской стеной. А вот воздвигнутая населявшими эту землю мегрелами в раннее средневековье Келашурская стена, когда ею завладели в 17 веке племена Апсуа, была переименована в Великую Абхазскую стену. Впрочем, Апсуа неоднократно были замечены в присвоении памятников материальной культуры грузин. Произошла элементарная подмена понятий. Поселившись в Абхазии, Апсуа унаследовали этноним горных мегрелов Абхаз, и воздвигнутая мегрелами против их набегов стена стала парадоксально рассматриваться как архитектурный памятник Апсуа.